Просил сходу ставить человеку, так, блядь, выбрал какие-то пидоров, блядь. Тут тарелку, тарелку кинь. Брант, стрельни там чем. Стрельни уже. Но в него кто-то другой еще стрельнет. Рисует. Наверное, вам. Молчает. Никогда! Я никогда не буду служить тебе! В конце концов, все вы будете служить мне. Щит Капитана Америки. Мстители. НЛО. Нет, просто я пошел, дал ему слабый и все.
закончится, так и не начавшись. Никто не смеет входить. Закинь магов в одну пакету. Господина! Каску порой. Каску порой. Да. Что там добралось вместо меня кого-то? Бля, я думал уходить надо было. Давай потянем в рот. Да. Ладно, понятно. Удачи. Подождите, поем. Все. Блять, накроет этот мир волной смерти и разрушения. Гости для жертвоприношения единственный выход — это смерть. Да нет, ты чё? Какой групп лут? Тут волчат. Если слот был, там крутые шурка. Я танки пропил. Да. Пловы у тебя тут. Потому что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Давай просто мне, я буду раздавать. Боже, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем...
Дайте кулак в руки, лапу, место, да. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой, достигнет таких высот, о которых вы не в силах даже помыслить. Беги, малышка, беги! Дарнавана не бейте, Дарнавана не бейте, Вест. Маги овцу дайте по нему, выкинь его. Овцу сейчас дай по ПР давайте. Дарнаван сейчас умрет. Умер. Да маги не заоцевали, конечно. Славик потом прочитал, прочитай приватку в РК.
Ай, больно, больно. Вот, мне надо срочно на 2 минуты отойти. Как жизнь? Ну, напиши ему в ПМ, значит. МК. МК. Давай, деньги, люди. По кругу МК, давай, обменяемся все. Сегодня мы будем биться со смертельным врагом. Все нормально. Представьте. Да там не могут маги разобраться. Блин, я же пишу, давайте обменяемся МК. Как всегда дает гланчу, гланч дает мне, я даю гланчу. О, я даю, как всегда, по кругу просто. Гланч не может кинуть МК на меня. Как всегда, кинь на меня МК, я на тебя свое кину. Спасибо. Пошли шаманом походу. На Альянсе я точно знаю команду, которая уже все протестировала, все, что можно. Но они ничего не скажут. Да, там... Короче, команда ПВЕ Дракона, они вообще все максимально узнают, вот прям каждую мелочь. Все, что только можно. Не, по фану можно сходить, почему нет? Или счет. А, кстати, счет рушами идут или нет? Выдвигайтесь. Герои, будьте начеку. Это только штаб. Просто не знаю, что побиться. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою сторону, и вместе мы разрушим этот мир во имя плети и во славу короля Лича. Мой мальчик погиб у врат гнева. Я здесь, чтобы забрать его тело. Старый упрямец, у тебя нет шансов.
Я сильнее и лучше тебе, чем ты можешь представить. Мы назвали это нож. На Орочем это значит сердце Дренора. Я бы не позволил чернокнижникам забрать его. Он был бы в безопасности в Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался бы цел и чист. Сегодня я исполню это обещание. Надо читать. Жалкий старик. Ну что ж, герои, хотите узнать, сколь могущественна плеть? Посол, там все описано, там смотреть надо. Разорвали просто. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Помните о чести, герои! Какой бы жестокой ни была битва, никогда не отрекайтесь от нее! Чё там упала сука? Серьезно? Потратьте инары, пожалуйста. Инары потратьте. ГЦ. Мои соболезнования. Но я шучу так.
Лонрик вряд ли. Мне знакомо, только в ПВП есть. Просто воля, если прокать на какой-нибудь крип, то ретрик вот не особо. Если бы она прокала пока ДН сил, то конечно же, типа она была бы тоже как чешка воля. Больше придется потом. Самый высокий стат. Если там ловкости больше, то ловкость, если силы, то силы. Dispel Shamanic. Нет, я не открыл.
получите! Это же он говорил, что ему отойти надо. Интересно, а почему 300? Ну, чисто интересно. Кубона, наверное. Да, бафов нет. Каску вон. Лапу, пристабаф. Он же сказал, что были минуты 4. Каску, как. Все, поехали. А кто в рейнже? Все магии, ханты. Десятки, Карлес. Терял про ММА. Там жанр. Красивая же чё. Разбираться надо. Thank you.
новости, народ. Гниломорт сдох. Но есть и отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. Потрясающе. А ушко мне не забудьте, танки. Как она называется там? Королева? Я не понял, тут, мне кажется, королевство нахуй не въебалось в этом сериале. Посмотри. А чё к чему вообще, блядь, а чему название? С чем это связано? С концовкой какой-то, может быть? Развязка? Полуметражный фильм тогда можно было бы снять. Королевство, блядь. Ты точно не перепутал название? Мерки поставь. Три. Сотема сова. Это что, натура нас хуярит, да, сейчас? Ритма. Фиолетовое везде всегда. Это не физ, короче. Ага, прикольно. Сейчас, ну на профит, да, включу. Можете не хилить. Нету слота. Ты взял бы копару уже и все. Там эти куку. Блять, вот нихуя вообще на хунта ничего. Быстрее, пока дух стаю бесплатно. Я его даже чувствую.
Нужны кому штаны, я на НХЗ не идем? Типа, ну блин. Да никому не надо быть. Кикнуть нужно ламу, да? Или он не должен быть на втором этаже? Без кота все равно не запустится. Фламбы кикнут. Ну я за ним иду, чтобы дух стаи дать ему. Вылетает периодически, это у него всегда было. У меня есть совы. Ну я еще природу дам, если нужно будет. Я не говорил, как грызы хитрят, два раза спал. Вот стухло пузо. Нет, так не нравится, тоже. Вот сгнила морда. Просто если что, залезть. Что здесь, природа критичная, нет вообще? Сразу бросьте, сразу бросьте. Отличные новости, народ! Я усовершенствовал штамм чумы, которая уничтожит весь Азерос! Слизень. Что-то я ничего не чувствую. Что? Это еще откуда? Сейчас. Нужно подойти поближе. Слишком далеко. Колба осторожно. Ну-ка, какие там а цвета? А он не замедленный? Скажи. Синий. Блять, пизда. Че, ну давай. Сдвигаемся. И этот незамедленный, смотри. Да каков? Ну и... Пал написал, да, умею. Ламба. Так не надо допивать до конца лужи. Ты должен оставлять одну лужу и... Ламба пришел.
50. Какие 42? Там надо половина, Раки. Половина, 50. Ой, блин, там 50 надо, это точно. Ты фигню какую-то, ладно. Нет. Ты понимаешь, вторую лужу, короче, до того момента, когда вот еще один разок выпить, и она исчезнет, и все, и оставляешь это. Так первый зеленый, причем здесь красный? Ой, да я в куклу сяду, квест сделаю заодно. А чё вы просто заходите в два реестра друида, блять? Я прожмаю сразу и попью лужу. Лапу дай выйдет. Каски нету на друиде. Кулак вара. Какой кулак вара? Кулак вара. Еще. Повышки не активируй. Thank you.
Так и забираю. Он не имеет твоего. Ганбабу там бабится. Я мультишотками специально был. Ну, одного-то как-то на улице, еще раз где-то одного.
Так я так и задумал, чтобы троих. Надо будет одного, я сделаю одного. Ну вот тебе одного. Спасибо. Смотри, советник стоит и на нем дота висит. Смотри, смотри. Если никто не понравился. В хиле. Ты бы забрал вон моба лучше тактика. Смертные, думали, что одолели нас.